Я Катю вообще влюбился, у нее такая девочка у вас симпатичная, вежливая такая, очень мастерица на все руки. А я как бы попал в зависимость, и отпустить их боялся, и вот тоже в таком положении оказался, нехорошим. Убить я их не мог, отпустить как тоже боялся. Получилось, заложником оказался. И они страдали, и я страдал тоже.